Здравствуйте, дорогие друзья! Для вас комментирует Иван Прош. Сегодня опять Россия играет на своем нормальном стадионе в Олд Тауне. Это их, ну, их как бы дом. И Россия играет против Польши. И Камара открывает счет. Я не знаю, то ли 10-й, то ли 11-й его мяч в карьере. Точной статистики мы не имеем, как на чемпионате 2010, я говорю. Точной статистики мы не имеем. Я тоже точной статистики не имею. Бест, подключайся. Он подключился, но пробил мимо. Ой, а да, так кому вообще класс делать? О-хо-хо-хо-хо-хо. Хадат, кто ты самый грубый? Нет, самый грубый у нас это Бест. А вот сейчас он бьет. Ну, хорош. А, удар. Ну, передача. Очень-очень мощная. Я вам скажу. Удар, если точно можно законно, то удар. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это да! Вот это да! Красная карточка Хададу! Это смешно! Это смешно! Еще практически тайм уже прошел, уже красная карточка. Хададу. Не, ну когда Бест удаляет, это жестко вообще. Ох, Абдул, Абдул, Абдул! Пей же, Абдул! У-ху-ху! Еще раз Абдул. Ну, а теперь уже мимо. Ой-ой-ой-ой-ой, передача. На месте. Тут еще раз. Подхватил мяч, Абдул! Ольберг! Мимо. Абдул! Ольберг! Могло бы стать 2-0. Бест! Ох-хо-хо, угловой. Бодро, да. Ой-ой-ой, ошибка. Ошибка, может и нам сейчас подхватиться. Хантеберс, Бест, удар! 2-0, 2-0, Бест на 78-й минуте. Ох, Бест, да что ж ты такой самый грубый у нас? Самый грубый, вы Бест. Ох, какая неудача, 2-1. Ох, какая неудача, ох, какая неудача. Три один. Ничего себе. Удар. А ну времечко-то совсем немного. Все, 3-1. 3-1 Россия выигрывает у Польши. Ну, а с вами был я, Айван Прош. Всем пока-пока.